На Ринмаре скоро будет запрещен выезд и выход на лед. Соответствующее постановление подписали в администрации города. Документ вступает в силу с 30 апреля. Кроме того, как нам сообщили в госинспекции, по маломерным судам запрет в скором времени распространят и в других населенных пунктах Ненецкого округа. В черте города вдоль реки Печора уже установлены предупреждающие знаки. Сегодня толщина льда в районе Наринмара всего 80 сантиметров, что на 13 ниже среднегодового уровня. Сотрудники МЧС обращаются к жителям региона с просьбой быть предельно осторожными при выезде на лед. Сейчас вдоль берегов выступает вода, которая делает покров рыхлым и слабым. Со временем, значит, когда начнет сейчас теплая погода установится, со временем все равно лед будет разрушаться, его потом поднимет. И появятся забереги. Где-то, возможно, появятся даже проталины на льду. По прогнозам метеорологов, ледоход ожидается в столице округа 24 мая плюс-минус 7 дней.